Дорогие друзья, добро пожаловать в отдел запчастей в мотосалон на Ярославском шоссе, дом 27. Меня зовут Денис, я расскажу вам про множество стекол. Погнали! Первое, дорогие друзья, я расскажу вам про индивидуальные стекла, которые подходят исключительно под определенную модель мотоцикла. Вот это, например, Honda VFR 800. Хочу отметить сразу, что у нас есть огромное количество стекол в нашем ассортименте, в нашем мотосалоне, также в наших филиалах по всей России, на каждый мотоцикл, который вы захотите. Под любую вообще, вот какой захотите, такое стекло найдете. Есть к этому же у нас универсальные стекла. Универсальные, они отличаются от этих, что у каждого есть мотоцикл свое крепление, они подходят как и под Naked, так и под классику. То есть тут тоже идет уже на выбор под ваш вкус. Следующий вариант, это у нас третий, это идет более для людей, которые любят такую тяжелую технику, это уже, можно сказать, боевая классика. У нас идет под чоппер, под любой можно тоже подобрать, это все тоже универсальное. И есть для людей, которые любят неординарность, подходят не ко всем мотоциклам, любят, чтобы они выделялись, они показывали свое новшество во всем. Есть такого скрупулезного вида металлические стекла, они тоже считаются как ветровые. Ну, подходят они практически тоже подо всех, тоже считаются универсальны от производителя Givi. И в наших же филиалах вы можете найти огромное количество и приобрести себе за демократичный ценник. И, дорогие друзья, у нас есть в ассортименте, забыл отметить, стекла на такие мотоциклы, которые в данный момент уже не производятся, которых по мини даже нету действительно на заводах и не хотят их делать. Но у нас это точно есть. И у нас найдутся эти стекла на эти мотоциклы. Так что звоните, узнавайте, консультируйтесь. Мы вам все подскажем и расскажем. С вами был Денис. Мне приятно было вам все рассказывать. До свидания.